Следующая задача. Крот. Нет, в книжке не ищите, пожалуйста. Слово крот. Перестановками. Сколько можно из него получить? Вот. Можно 24 варианта. Отлично. Потому что там все буквы разные. Отлично. Ну, ребята, держитесь. Какое слово? Слово. Ой, слово сейчас будет ужасное. Какое? Неужели гидроэлектростанция? Ты это сама сказала. Хорошо. Гидро. Гидроэлектро. Станция. Я за язык никто не тянул. Хорошо. Станция. Так, тут одинаковые буквы И. Для начала, сколько тут всего букв? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 19 букв. 19. Как решаем эту задачу? Сначала ищем одинаковые буквы. Это ИИИРР. А ЕЕ. Как ЕЕ, не понял. Элек. Ну вот, одинаковые буквы. Не понял. Две И, две Р, две Е. Где две Е? Т. Гидро. Эле. А, Е. Эле. Тьфу. Понимаешь, Коля, да? Пытаются навязать букву Е в начало слова электростанция. Ты даже знаешь почему. Потому что по-английски начинается действительно на букву Е. Как? Электрисити. Электрисити, да. Там действительно две буквы Е. Е-Л-Е. Да. Вот. И она пытается в русский язык это. Хотя любой русский человек скажет. Вот так мы ее и раскусили. Проклятая украинка. Вот. Электростанция. Буква Э на первом месте. Вот. Но на самом деле, конечно, буквы И там есть. Сколько их там? Две. Две. Буквы Р там есть. Их сколько? Их тоже две. Две. И что там еще есть? Буквы Т есть. Сколько? Да, их тоже. Их тоже две. Тоже две. И буквы еще? О есть. Их тоже две. Отлично. Так сколько же там таких пар букв? Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре пары. Сколько тут разных букв? Раз, два, три, не четыре, то. Пять. Не то. Вы так и не поняли идею. Я вам зачем говорил про большие и маленькие буквы? Что, может, не надо. Три. Не поняли ничего? Если. А, стоп. Поняли. Если бы. Если. Знаю, если все буквы разные, то получается 19 факториал. Если все буквы разные. Если. Стоп, именно. Если все буквы разные. Но у нас есть 4 пары. Поэтому мы делим 4 раза на 2. То есть на 8. На 16. На 16. На 16. На 16. Делим на 2 в 4. То есть надо взять 19 факториал делить на 16. И разделить на 16. Между прочим, число получится очень большое. Даже его считать не будем. При желании любой посчитает. Но ответ такой. Поняли? Да. Отлично.